можно задать спортивный вопрос? Конечно, Светлана. Можете ли вы подтянуться 30 раз без остановки? Прямо сейчас. Нет, в принципе, да или нет? Мишка, можешь подтянуться? Говори «да». А хоть сколько-нибудь? Судя по всему, Мишка сказал, что вряд ли у него это получится. А на шпагат можешь? На шпагат можешь? Мишка, я не пойму, ты мальчик или девочка? Мальчик. А, девочка. Понятно вам? Девочка? Девочка. Да, реверансик был. Это обман, ты что? А ты спортсменка? И медведица? Близко. Близко к близко. Ты жена спортсмена. Яна Рудковская. А вы в Москве живете? Нет. Вы приехали специально для этого шоу? Да. Я думаю, что сейчас Мишка более подробно расскажет о себе, поэтому слушайте внимательно подсказки. Возможно, это вас наведет на мысль, кто же скрывается под маской Мишка на севере. Привет, привет! Я медведь. А если точнее, я Мишка на севере. У вас может возникнуть законный вопрос. Почему я не впал в спячку? Ну почему шатун? Сразу парирую. А что за мода у вас такая? Есть, пока другие спят. А давайте сейчас все вместе поедим, а потом все вместе пойдем спать недели на две. Так, чем я занимаюсь зимой? Да как и все на севере. Раньше золото добывал, а теперь вот зима пришла, и на этой речке много разных развлечений можно придумать. Можно лунку пробурить и рыбу ловить, а можно по льду и снегу лапами скользить. Это весело. А можно снежками в белок кидаться. Ладно, пойду-ка я на сцену, удивлю вас. Вот вы, люди, говорите про тех, кто плохо поет, что им медведь на ухо наступил. Так что я точно пою хорошо. Не могу же я сам себе наступить на ухо. Сейчас услышите. Не-не, я не угрожаю, просто анонсирую. Спою, а заодно послушаю, что там про меня ведь говорить будут. Забыла ты, и без Лёшки жизнь твоя пуста. Ты на совсем еще наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ним издалека, только между вами слез река. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке, ты вздыхаешь зря. Молодой какой-то, да, мальчик? Все твои мечты, только о Серёге позабыла ты. Не висит плакат мой дома на стене. Ты уже знаешь, что мне кажется, может быть, ягоды, Лёш. И подружкам ты боишься рассказать, как Алёшку ты не хочешь потерять. И стоишь ты рядом в двух шагах, и не скроешь слезы на глазах. Я не слышал такого моего никогда. Я с тобой согласен. Ты далека, между нами снова слез река. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке, ты вздыхаешься. Непонятно. Алёшке, все твои мечты, только о Серёге позабыла ты. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке, ты вздыхаешься. Алёшке, все твои мечты, только о Серёге позабыла ты. Здесь прям слышно, что человек, мне кажется, даже не прячет голос. Мы его просто не слышим. Позабыла ты. Позабыла ты. Шпагат не садится. Что не садится на шпагат? Не садится. Алёшке, ты вздыхаешь зря. Алёшке, все твои мечты, только о Серёге позабыла. Драма была. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке, ты вздыхаешь зря.
Алёшке все твои мечты. Только о Серёге позабыла ты. Мишка на севере! Добавил лирики в наш новогодний праздничный вечер. Браво! А у нас опять оракул Валерия выдала, на мой взгляд, правильную версию. Но я просто зафиксировал, законспектировал. Да. И пусть версия, но мне кажется, ты абсолютно права по всем пунктам наших доводов. Но ну, мы пусть предоставляем... скажет, потому что у нас тоже Лариса Александровна высказала свою версию. Вот, пожалуйста, Лариса Александровна говорит, пусть и говорит. Все. Так, хорошо. Допустим, сначала свою версию скажет команда. Хорошо, говори, Валерия. Мне кажется, что это Валерия. Алексей Ягудин. Во-первых, это моя версия. У нас тоже такая версия. Это моя версия тоже. Это наша версия. Это наша версия. Это моя версия. А моя версия Илья Авербух. Вот так вот он ножкой закручивал. Спасибо, это неправильная версия. Песня про Алешку. Выдал себя с потрохами. Не спортсмен, подтянуться не может. А Ягудин может. Очень тембр голоса похож на Алешин. Когда поет певец, его не сразу можно узнать. А вот когда поет человек не поющий, то сразу слышен его разговорный тембр голоса. Я сразу сказал, что это не певец. Ну, мало кто знает, что эта песня была посвящена слону Алексею Глызину. Алексей, как вы считаете, кто скрывается под Мишкой на севере? Я думаю, что это Алексей Ягудин, на самом деле. У нас мнение... У жюри у всех одно и то же. Хотя чем-то голос похож на Сергея Зверева, кстати. Это королева красоты, сказал. Если б не экспрессия, какая не жестикуляция, экспрессия? Есть нотки Сергея Зверева тоже. Тогда вопрос, ну, какое вопрос. Золото добывал Сергей Зверев? О, в конкурсах, кстати, кстати говоря, кстати, Сергей Зверев добывал золото парикмахерском искусстве, кстати, на чемпионатах мира. Кстати, секундочку. Да. Он чемпион мира виртуозного масштаба. Да. Это экстра-класса мастер. Так что шутки в сторону по поводу Зверева. Мишка, а можно попросить сделать флуэте? Ты с Искоридзе не перепутал? А мало ли. В костюме. Еще один маленький тест. А можно, пожалуйста, сделать два беговых шоссе? Регина уже как знаток этого вида спорта. Постойте, давайте проверим все версии. Мишка, а можете сделать каре? Слушайте, я недавно была в караоке с Максимом Стависким. Так. Он тоже да. очень крутой легендарный фигурист. И тоже золото брал. Так. И вот поет он таким знакомым тембром. А может быть, Ягудин поет голосом Ставицкого? Подожди, Женя Плющенко тоже поет. Когда мы там погуляем хорошо, и он поет. Они все поют, когда гульнут. Вы знаете, что меня смутило? Когда мы задавали вопросы, он практически даже не отвечал. Хотя, зная Лешу Ягудина, у него прекрасное чувство юмора. Так задавайте вопрос, он ответит. Хорошо. Но это не Ягудин. Дорогой медведь, а не летели ли мы с тобой на самолете 13 часов в Аргентину? Нас затрясло страшно, и ты, спокойно потягивая коктейль, сказал, какая разница, если будем падать, упадем очень быстро. Ну это же правда, падать быстро. Всемирной универсиаде мы с тобой несли флаг студенчества. Есть ощущение, что я здесь с каждым из вас куда-то летел, где-то гулял. Мишка, а ты в нарды любишь играть? Я человек азартный. Ну, а ты играл когда-нибудь в нарды? Суперзвездой. Я знаю, что Алла Борисовна очень любит играть в нарды. Но она меня подсадила на эти нарды, и я как-то с Ягудиным... мы играли до 5 утра в эти нарды. С Алексеем Ягудиным это вы с единственным человеком, с кем играли в нарды? Ну, еще с бывшей женой, больше ни с кем. А, у меня тогда такой вопрос. Когда-нибудь вы стреляли из Глока? Из чего? Это модель пистолета, так называется. Из лука стрелял. Из лука стреляли. Тогда не Ягудин. Мы с Ягудином стреляли из Глока. Дело в том, что Оксана, она бывший милиционер, поэтому у нее вот эти военные, напоминаю просто тех, кто не в курсе,
Уважаемые жюри, участники первого сезона, прямо сейчас мы узнаем, метко ли вы попали или нет. По традиции вы уже знаете, давай, что нужно делать. 3, 4. Маску! 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 Это не и будет. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин! Леша! 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 А как интересно, да, что все-таки с каждым из вас есть то самолет, то игра в нарды, то стрельба из лука. Даже со мной в Красноярске. Наш пострел везде успел. Как ты везде успел отличиться с каждым из нас вообще? Как? Ну, потому что ты олимпийский чемпион. Да нет, чемпион. Уже просто 40 годиков, время-то было. Ну, слушай, 40 – это не 50, деточка. Встретимся через 15-ку. Ну, молодец просто. Леша, мы все твои большие фанаты. Да. Давайте поаплодируем олимпийскому чемпиону. Леша, дай бог тебе здоровья, ты прекрасен. Спасибо тебе огромное. Леша, горжусь знакомством и дружбой с тобой. Молодец. Спасибо. Можно минутку? Вот здесь все говорили, что с вами связаны какие-то определенные истории. Я с вами не знакома. И сейчас я могу сказать, что телепроект «Маска» проект нас «Маска» нас объединил. Поэтому спасибо большое. Ты кадришься к Лёше? Ну, спасибо. У Лёши все там... Мы просто коллеги теперь. У Лёши теперь занят. Мы у него многодетная теперь семья. Ну, я тоже замуж. Фигуристка легендарная. Но игры в нарды никто не отменял. Кстати. Алексей, ну знаешь, что самое удивительное, что сейчас произошло? Что Лариса Александровна Дольна, спортсмена, узнала по голосу. Хотя никогда не знала, что ты можешь петь. Насколько у нас проницательный. А я в очередной раз восхитился своей коллегой, партнершей, подругой, которая сразу сказала... Это Ягудин, я знаю. Единственное, она говорит, у него не состыковка со шпагатом. А я говорю, у него же травма легендарная, вот эта бедра. А, не надо, Леша, пожалуйста, не надо, не надо. Ты нам еще нужен. Согласен. В общем, мы все поняли связь. Алешка, Мишка, Золотишко. Алексей, мы просим поздравить сейчас всех зрителей и всю страну с Новым годом. Россияне, да я бы даже сказал более глобально, да, жителей всей планеты Земля, хочется поздравить с наступающим 2021 годом. Хочу пожелать, во-первых, финансов побольше. Это точно не будет лишним. И побольше юмора. Вот эти светлые, с улыбкой на лицах моменты, они запомнятся навсегда. А все те проблемы, которые нас сейчас в данный момент окружают, они в любом случае останутся на шаг позади нас. Спасибо. С наступающими новогодними праздниками. Мишка на севере, олимпийский красавчик Алексей Ягудин.